Доброго времени суток, с вами InvestSolution, и сегодня мы рассматриваем проект Органика. Это проект по разработке экологически чистых технологических решений, которые используют органические отходы для производства вспомогательных продуктов для сельского хозяйства, а также создают внутреннюю торговую платформу, предназначенную для рынка продукта в этом сегменте. Основной целью Органика является производство этих природных капиталов с использованием запатентованных технологий для создания непрерывного денежного потока, который, в свою очередь, будет использоваться для погашения капитальных вложений с интересом. Конечной целью Органика является играть важную роль в мировом производстве продуктов питания, используя устойчивые и экологически безопасные методы, а также в производстве возобновляемых источников энергии и возобновляемых источников топлива. Органика направлена на сбор средств через первоначальное предложение сбора монет ICO, токенов Органика, которое будет использоваться при разработке нескольких проектов в зеленой и органотехнической промышленности в Великобритании, Канаде и Юго-Восточной Азии. Эти средства будут предоставлены ассоциированными компаниями для разработки этих проектов с использованием экологически чистых технологических решений, называемых EcoHero и EcoDryer, которые производят органические удобрения и корма для животных. Из нежелательных коммерческих органических материалов группа также будет производить возобновляемые источники энергии и возобновляемые виды топлива из нежелательных органических материалов. Средства также будут использованы для создания недорогой и быстрой международной платежной платформы, основанной на технологии блокчейн, называемой EasyPayer. Давайте рассмотрим возможности платформы EasyPayer. Платформа EasyPayer – это международная торговая платформа, которую команда Органика создала для того, чтобы сделать коммерческие платежи за границей более быстрыми и легкими. Платформа EasyPayer предназначена для устранения ограничений существующих международных способов оплаты. EasyPayer может использоваться для других типов сделок, будь то местных или международных. Он будет генерировать доход, взимая небольшую плату за каждую операцию, передачу и конвертируя токены органической стороны в валюту. Планируется использовать Органика для получения прибыли в развитии системы EasyPayer, жизнеспособную и ведущую альтернативную обычным способам финансовых операций, устанавливающих Органика, как предшественника в мире электронных или цифровых валют. Ключевые перспективы Органика. Природный капитал. Разработчики Органика планируют использовать средства, полученные при запуске проекта, для создания других небольших проектов, которые будут направлены на устранение проблем с экологией. Возобновляемое топливо, органические удобрения – все это позволит эффективно решать существующие проблемы. А потенциальный рынок. Операторы, которые занимаются переработкой отходов органического типа, не используют все существующие возможности, но применение инновационных технологий позволяет существенно изменить эту ситуацию. Сегмент уже давно нуждается в модернизации, и разработчики Органика хотят воплотить задуманное в ближайшее время. Окружающая среда. Химические удобрения постепенно убивают отрасль сельского хозяйства. Единственным адекватным решением является использование органических удобрений. Именно для этого требуются органические отходы, которые будут отправляться на безопасную переработку. Продажа внутренней валюты. Создатели децентрализованной платформы Органика собираются сделать несколько этапов продажи токенов. Внутренняя валюта будет использоваться для того, чтобы все участники платформы могли выполнять любые требуемые транзакции внутри нее. Помимо этого, токены проекта являются гарантией безопасности. Инвесторы смогут рассчитывать на получение обещанных дивидендов. EasyPayer – это простая, скоростная и очень надежная платформа, которая позволит решить существующие проблемы с оплатой. Любые транзакции будут выполняться мгновенно при высоком уровне защиты. Интеллектуальные контракты позволяют избегать проблем с мошенничеством. Проведение ICO Органика. Органика – это токен безопасности, предоставляющий инвесторам и владельцам долю в прибыли, полученной от будущей деятельности компании. В отличие от других токенов безопасности, Органика обеспечивает полную юридическую поддержку, что делает его одним из самых безопасных токенизированных предприятий для инвестиций. Тикер токена ORC, тип контракта ERC-223, софткап проекта 3,5 миллиона фунтов, хардкап проекта 35 миллионов. Токен сейл начался 10.04.2018 года. Распределение токенов. 16% партнерская продажа. 60% это основная продажа. 4% маркетинг. 20% команда разработчиков. Выделение инвестиционного капитала. 42.2% разработка экологически чистых технологий. 7% улучшение производства.
0,8% маркетинг, 10,9% страхование капитала для инвесторов, 7% исследований и разработка в области топлива, запуска новых продуктов, 28,2% это недвижимость под управлением EasyPayer и 3,8% это юридическая сила. Дорожная карта проекта. Так называемые планы развития. В апреле 2018 года состоялся запуск pre-ICO, а в июне 2018 года pre-ICO заканчивается и начинается первая фаза ICO. Июль 2018 год. Это начало фазы ICO 2, и она будет продолжаться до тех пор, пока не будут проданы все токены. Декабрь 2018 год, поставка основных компонентов для удобрений, 100 тонн в день. А в 2019 году запуск EasyPayer для отдельных поставщиков и клиентов для тестирования платформы и решения начальных проблем. В третьем квартале 2019 года производство малогабаритного топлива из биомассы и смешанных отходов с использованием эко-редуцер. Четвертый квартал 2019 года запуск интегрированных анаэробно-аэробных варочных котлов для производства как электрической энергии, так и низкоскоростного удобрения из нежелательных органических материалов. Первый квартал 2020 года запуск заводов по производству метанола, дорожного топлива и этанола, авиационного топлива, сосредоточенных на развивающих рынках, таких как Африка, Индия и Южная Америка. Второй квартал 2020 года запуск EasyPayer для более широкого использования. 2021 год. Увеличение производства удобрений, биомассы, метанола и этанолового топлива путем представления большого количества проектов. 2022 год. Создание систем для фермеров во всем мире для сотрудничества в области производства продуктов питания, в основном с использованием нашего органического удобрения, а также для восстановления земель, которые разрушаются из-за эрозии почвы. 2023 год. Создание сети дистрибьюторов продовольственных цепочек фермеров по всему миру, что в конечном итоге создаст петлевую экономику, которая закроет жизненный цикл производства продуктов питания и обогатит многих фермеров во всем мире для устойчивого производства продуктов питания. Команды разработчиков. Проект имеет сильную и высококвалифицированную команду, которая, по моему мнению, способна вывести проект на самый высокий уровень в кратчайшие сроки. Джон Уре – это генеральный директор, Вибу Патель – главный финансовый директор, Пол Хербах – канадский партнер, Гопал Джея Сундра – технический директор, Парвана Ахамади – финансовый помощник, Бинг Ху – старший разработчик блокчейн, Пирасад Индракумар – инженер информационных технологий, Джессен Эскот – инженер-технолог, Рашид Белла – советник ICO блокчейн. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.